А, ну вот тогда бы тебе не будет. Не, у нас же есть этот... фрикаст, блин. Скидай ролл выше 50, убиваем. Блядь! Давай, ебал. Кто-нибудь киньте выше 50 уже. Дашка. Кирова. Дайте лапу, пожалуйста, лапу. Это не тьму или свет? Ты хилишь тьму. Два холи пала свет. Свет больше не будет. Может, лучше одного холи пала во тьму, и там он будет танка хилить. Не а не ты умеет. Что будешь хилить? Ты же мне кресты раздай. Будешь танков хилить, а я буду рейд. Не придумывайте, короче, ничего, за вас все придумали уже, давайте. Я вот не тогда. Ну ладно. Как скажешь. Давайте бока быстрее. Списки актуалы бы поделили там. Если на сервере не осталось скиллованных игроков, практически это пиздец. Пистик, вы между собой это решайте. Кто какой, то также ауры и правосудие поделите. Все, все готовы? Холодец. Аура от фаста. Начинаем. Да, но я уже прожался. Чё? Отожмись. ДК во тьме, кстати. Да, Эмрат, а ты во тьме. Магон, не на тебе метка, это наш шанс. Я тоже так думаю. Я бы, конечно, фотона во тьму лучше закину. Эмрату свет. Есть еще время. Можете здесь пылить? Фотон, ты в РК, слышишь? Давай, ты во тьму, а Эмрата в свету дамажит на третьей фазе. Пати можно менять или лучше не надо? Не надо. Хардкор метка. Перебежали. Ну тогда я так надеюсь, что вы поняли все. Эмрата в РК, что он понял. Да, да, все понял. Подмать метка. Меня кипать, посмотрим, что хилер может без своих адон. Бля, Джерри, ты не пизду, а? Дайте, ребята, покажите скилл! Я заходи. А, ну заходи, заходи, заходи. Попадают. Рейд, заходите тоже. Эксперт он не багается, когда пати перекидываешь. Ну не все же с экспером. Я о том, что эксперт лучше ставить. Там один из паладинов должен был зайти. Аж когда зайти? Ладно, прожмите пока там во тьме как-то. Кто из вас зайдет? Олег, ты или... Давай, я зайду. Когда заходить? Не-не, сейчас. Лезвие, лезвие. 4 секунды, 3, 2, 1. Заходи. Все, заходите. Не вдвоем, блин. Кстати, есть идейка. 10-1.
Скиннер. Джебы. Брата, ты все правильно сделал вроде, да? Да. Герда, давай. Давай. А, блин, да, давай, давай. Во тьме? Нет. Нет. Ну и во тьме тоже уже можно. Ору поставь. Эти ауру паладина нету. Большого. Свет не бить 30. Да, свет не бить. Перебежали. Ждите трэш, не бейте пока босс вообще. Перебежали. Облюдать тебя, Сакру. На свое усмотрение. Поклонская метка. Ставлю тотем, приз, давай. А, босса не ебейте свет. Добиваем трэш и стоим, ждем 50%. Все мелких можете бить и стойте пока. Кому инер дать? Есть инер. Не бейте. Все, бейте, перебежали. Консоль или не вап? Сам надо. Помогом, помогай, расстоит. Поебались так. Квест такой. По возможности, конечно. Кидай. Перебежали. Давайте переживаем трэш. Не бейте свет, не бейте босса. Так, удал. Господи Иисусе, 30% стопните, ё-моё, в свету. Что-то вообще, да. Не бейте босса только. Все, добиваем босса. По идее, должны добить. Сейчас опять будет 38. Подождите, не бейте, ё-моё. Подождите, 50%. 75 возьми, бля, уже там, бля. На секунду добиться. Пай, миличешка, миличешка, сука! Хила, нахила чешка. Какая? Бля, я ору просто. И лута босс какой-то. Ради чего потели, короче? Ради чего потели? Вообще не ясно. 10% можно поезд взять? Это я ору от хил БДК 500 тонн. Да, пацаны, это пиздец. Всем спасибо. Лучше бы с квотами сходил, да?
Да я ебал такой напряг, это пиздец. Там я хотя бы с психом базарил в РК, ничего не делал. Ой, мне пояс. Еще трает, да? Или это новый РС? Ну, не знаю. А не, судя по никам, та же самая РС. Да. А чё поезд? Кто-то забрал? Мы сидели с психом в его РК и базарили в Армении. Я себе просто напуливал все, что я делал. Знаю, кто там что убивает и так дальше. В Армении БК или Лич? Не, мы сейчас на Личе. Мы сейчас скоро туда пойдем. А чё там, трансфер есть? Да нет, трансфера, я там просто ЛК чекнул, но я скидывал скрин, как там персонажей продают, офигел от цен, скинул вам тоже, чтобы офигели. Ну если бы у нас можно... там была гильдия, вот как сейчас, типа, делать персов, да за 800 евро продавать, было бы неплохо. Я вообще, типа, там почекал, как бы пробежался, нашел только 4 гильдии русских, они убивают 10 из 12, это наилучшая гильдия, называется ДНД. Все остальные даже не убивают, то есть, ну, типа, такого. Там что, серв недавно открыли, что ли? Серву 2 года, но все равно только, ну... А кого они не убивают? Профа или Лича? Синдергосу и Лича, Синдергосу и Лича. А почему? Я не знаю, я не спрашивал, я просто говорю, что я видел на форуме, как что описывали, и могу скинуть ссылку, почитаешь. А как сервак называется? Warmain.com, но там все по... Это, не, я знаю, что Warmain. Ice Crown. Лол, блядь, не убивать Лича на Ice Crown? Я тебе говорю про русскоязычные гильдии, там эти убивают, ну, кто там играет. Ну, нормальные, ну, французы там, короче, американцы там, все они убивают, а все остальные нет. Русские не там, там, по, там можно выбрать PvE ладдер, и там тебе покажут топ 10 дней, гильдий, которые убивают Лича и время, и ихний сетап в рейде.